Делают один компонент прививки, но не приходят за вторым. Есть ли толк в такой вакцинации? В Северной Осетии более 2500 пациентов не пришли за вторым компонентом препарата. Веских причин на то у людей нет, а непроведенная, как положено, процедура тем временем не защищает людей от инфекции. Дана Малышева с подробностями. Елена Смирнова уже ввела 2 компонента вакцины «Спутник Ви». Она хочет обезопасить себя и близких от новой коронавирусной инфекции. О прошедшей вакцинации она не жалеет. Теперь она может свободно контактировать со своим окружением. Говорит, с введением 2-го компонента препарата опоздала на несколько дней. Работа, дом, не было возможности дойти до поликлиники. Я не могла найти свободного времени, чтобы прийти и сделать вот 2-ю вакцину. Хотя кажется, что это быстро и недолго, но нет. Когда человек работает, когда у него ответственная работа, когда у человека семья, это довольно сложно найти время и выделить вот для похода в поликлинику. По крайней мере, у меня так. В Северной Осетии 2860 пациентов не пришли на 2-й этап вакцинации. Об этом на заседании оперштаба заявила руководитель Росздравнадзора Ольга Давыдова. Если пациент не получил еще один компонент препарата, он считается невакцинированным. Как утверждают специалисты, если не сделать ревакцинацию, иммунитет COVID-19 не появится. Человек все еще уязвим к инфекции. Никаких других побочных явлений у тех, кто не прошел все этапы, не будет. Последствий никаких не будет, просто антитела не выработаются. То есть это не страшно, но я не сталкивалась с такой ситуацией, то что если люди проходят первый этап, они проходят и 2-й этап тоже. То есть они понимают серьезность ситуации, в том, что надо, чтобы выработались антитела. И смысл тогда первой прививки, если они не приходят на 2-ю. Смысла никакого нет. В начале июля число жителей Северной Осетии, не прошедших 2-й этап вакцинации, было значительно выше. Сейчас все более оптимистично. Тем, кто не явился в поликлинику после получения 1-го компонента вовремя, необходимо проходить все этапы заново. Чтобы выработать иммунитет, нужно провакцинироваться и 1-м, и 2-м препаратом без нарушения сроков. Если человек не привился 2-м компонентом вакцины, он, конечно, не считается привитым. Привитым считается человек, который получил 2 компонента. И если человек своевременно не собрался, не решился пройти вакцинацию 2-м компонентом, он должен обратиться в поликлинику по месту жительства. Чтобы остановить рост новой коронавирусной инфекции, нужно провакцинировать 60% взрослого населения обоими компонентами «Спутника Ви». Пока привито только 32%. Дана Малышева, Алана Мзыкова, Новости Осетии.